В Доме культуры станицы Северской для представителей ветеранских организаций района организовали круглый стол. Мероприятие приурочили к наступающему Дню пожилого человека. Представителей старшего поколения поприветствовал председатель Совета Северского района Владимир Захарченко. Я хочу от имени главы района, от имени депутатского корпуса поздравить с этим праздником мудрости и надежности. Спасибо, что вы вместе с нами, с администрациями поселения, с квартальными комитетами, работая в общественных организациях, не щадя своего ни времени, ни здоровья, вы всегда рядом с людьми, которым необходимо прежде всего помочь. Встреча проходила в теплой дружеской атмосфере. Для участников организовали чаепитие и устроили настоящий концерт с участием творческих коллективов Дома культуры. Собравшимся вручили приятные подарки от администрации района. Но, как признаются сами участники встречи, самое главное для них – внимание. Для нас это очень много значит. Вот даже вот подарки мы радуем, конечно, за подарки спасибо, конечно, за угощение. Но даже вот встреча, даже поговорить с нами. Приходишь когда к ветерану, подарок не надо, а поговорить. Все эти люди внесли весомый вклад в развитие Северского района. И несмотря на элегантный возраст, продолжают трудиться на благо своей малой родины. Своим жизнелюбием и активной жизненной позицией они каждый день доказывают – возраст не приговор, а бесспорное богатство.